Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу свои покупочки из магазинов Галамарт и Фикс Прайс. Покупки из этих магазинов я решила объединить, потому что их было не так много, чтобы снимать полноценное видео. Начнем мы с Галамарта. По совету моей подписчицы, два вот таких вот крема я приобрела за 29 рублей с распродажи. Она мне рекомендовала вот этот желтенький, я взяла еще и синенький. Здесь масло-крем для рук питательный с ценными маслами и протеинами шелка. А тут тающий крем для рук. Крем-шелк для рук, увлажняющий с протеинами шелка и пантенолом. 75 мл. В этих кремах есть УФ-фильтр, то есть эти крема для дневного использования подойдут прекрасно. Поближе вам покажу составы. Ну и давайте немножечко их потестируем. Начнем вот с этого желтенького. Вот такой вот он внутри тоже желтенький. Такая густая кремообразная у него консистенция. Пахнет чем-то наподобие крема. Какой-нибудь советский такой крем, балет, что ли, что-то типа того. Такой вот запах. Консистенция очень насыщенная. Я такие люблю. Крем достаточно, скажем так, жирноватый. Впитался очень быстро. Мне понравился пока. Пахнет вот прям реально советским кремом каким-то. Слушайте, а мне нравится. Приятный крем, хороший. Так, давайте попробуем второй. Второй у нас уже голубого цвета. И аромат у него посовременней. Что-то такое травяное немножечко. Он, наверное, такой же, да, по консистенции такой же абсолютно, как и предыдущий крем. Пахнет приятно. Мне понравились оба крема, да. Так что их я вам пока порекомендую. За 77 рублей вот такой вот набор булавочек английских. Обычные булавочки разных размеров мне прекрасно подойдут для моих поделочек. Булавочки латунные, ну, смысл о них рассказывать. Так, в прошлый раз покупала я вот эту вот вещь, термометр плюс влагомер, но, к сожалению, придя домой, я его почему-то не нашла у себя в покупках. То ли он где-то выпал, то ли чего, но, в общем, конечно, жалко. Так, вот, собственно говоря, вот он у меня полежал почти сутки дома, и у меня сейчас влажность в помещении около 60%, чуть побольше. Ну и температура воздуха 23 градуса. В принципе, на данный момент все идеально. Видите, влажность даже немножечко еще повысилась. Я его вытащила из упаковки. Так, ну вот эти вот вещи очень хороши. Как раз в отопительный сезон, у кого детки дома, чтобы знать, какая у вас влажность. Термометр этот стоил 125 рублей. Решилась я на такую странную покупочку. Я приобрела за 109 рублей румяна компактные в Галамарте. Поближе вам покажу. Изготовитель — Свердловская область, город Екатеринбург. Использовать в течение 12 месяцев после вскрытия упаковки. А так срок годности 36 месяцев. 7,2 грамма. Были два вида румян. Вот эти более такие фиолетовые, розовые. А были второй вид были более, скажем, красно-коричневые, что ли так. Мне нравится вот именно вот из-за этих румян я приобрела их. Вот сами румяна. Тон 01, розовый. Есть даже небольшая кисточка, но я такими не пользуюсь. Так что можно сразу ее отправить
помойное ведро. У меня есть хорошие кисточки. Ну, такие все-таки более светлые. Вряд ли я ими как румяными буду пользоваться. Наверное, все-таки буду использовать вот эти. Ну вот. Да, вот эти будут получше. В общем, вот такая вот покупочка. Показывала в обзоре полочек ножницы, о которых я давно мечтаю, из Галамарта. Кто не смотрел, вам оставлю ссылочку на обзор полочек. Вот они сами, эти ножницы. Приобрела я их на распродаже. Так они стоили больше 200 рублей. Но в этот раз они стоили 169. Очень мне понравились. 12 сантиметров их длина. Вот такие вот ножнички. Для фотографий, для поделок очень даже они подойдут. Такие вот классные ножницы. Еще, наверное, приобрету все-таки те маленькие складные. Приобрела себе еще также на пробу вот такую жидкость для снятия лака. 29 рублей. Она с ацетоном. Поближе вам все покажу. Состав. Есть в составе растительные экстракты, витамины А, Е. Изготавливает также город Екатеринбург. Так, ну, что о ней сказать? Жидкость как жидкость, пахнет ацетоном, все как обычно. В пустых баночках обязательно расскажу, понравится или нет, как она будет работать с обычными лаками, с глиттерными. Все это в пустых баночках. Так, ну и последняя покупочка из Галамарта. Взяла я все-таки вот этот набор, диспенсер с подставкой под губочку, губка в комплекте. Хочу себе для кухни. А то у меня там из фикс-прайса давно продавался такой наборчик. В белом цвете, тоже с подставочкой, но подставка вот сбоку сделанная. Мне не очень нравится, как-то она слишком громоздкая. Здесь поаккуратнее. Так, наборчик этот стоил. Этот диспенсер стоил 159 рублей. Так, ну давайте перейдем теперь к фикс-прайсу. Я думаю, нет смысла тут убирать все со стола, потому что также мало покупочек. Первое, что я приобрела ручки гелевые с подвеской за 55 рублей. Я взяла с кошечкой и с рыбкой. Синие чернила. Изготавливает для нас это все Китай. Давайте мы одну ручку откроем, посмотрим, как она пишет. Вот так вот выглядит сама ручка, подвесочка. Так, открыть я смогла только розовую. Зеленая почему-то у меня не открылась. Буду ждать мужа с работы, чтобы он мне ее открыл. Так, вот розовая. Перышко у нее очень тоненькое. Я такие люблю. Пишет очень хорошо. Ну, вообще, конечно, я очень рада, очень довольна этой покупочкой. Мне нравится. Единственное, что, по-моему, тут... А, можно заменить. Да, стержень заменяется. Так что это очень хорошо. А то у фиксовских ручек не у всех такая есть возможность. У брелочка есть вот такой вот карабинчик. То есть, когда закончатся чернила, можно будет спокойно его отстегнуть, брелок, и повесить куда-нибудь другое место. Вот такая классная кошечка. Ну, я довольна, конечно, этой покупочкой. Супер. В прошлый раз показывала вам, купила пряжу, 7 моточков. Мне показалось, что 7 мне не хватит, докупила еще один. Для моей задумочки. Хочу подарить кому-нибудь из своих родственников на Новый год 2 подушечки декоративные. И вот для этих целей мне нужна пряжа. Я уже вовсю вяжу. И одна подушечка скоро уже будет готова. Из повторных покупочек взяла вот эти резиночки. 55 рублей, 5 штучек. Цвета были в ассортименте. Я взяла вот такие вот. Единственный их минус, они со временем покрываются катышками. Но в целом они очень хорошие. Как-то давным-давно ставила на заставку полочек вот эту вот книгу.
Но так ее и не купила, прошла мимо. А потом жалела об этом. В общем, наконец-то я ее поймала и приобрела. Мемуары гейши, Артур Голден. Один взгляд гейши может заставить мужчину забыть обо всем. 199 рублей. Такая вот интересная книжечка. Это уже, можно сказать, классика. Бумага, конечно, так себе. Но в целом, почему бы нет? Также брала себе из новиночек блокнотики по 77 рублей. У нас были 7 видов, их оказывается 8. Нашла еще вот такое вот старинные письма, но уже в другом фикс-прайсе. В нашем, видать, именно эти блокноты продавцы уже разобрали. Вот такие вот классные блокнотики. Я вам советую всем к ним присмотреться. На подарочек и себе тоже себя порадовать. В общем, конечно, очень классный. За 99 рублей взяла я вот этот органайзер. Так, сейчас я немножечко приберусь, чтобы его вам показать. Вот такой вот органайзер. Изготавливает его Казань за 99 рублей. Это пищевой полипропилен. То есть здесь можно носить пищевые продукты. Вот такой вот мячик. Для чего нужен он мне? Я его буду использовать в саду, потому что вот сейчас я сажала цветы в зиму. Тюльпаны, нарциссы, крокусы. И было очень удобно. Они у меня все в одном пакете. Ты из пакета достаешь, не знаешь, куда сунуть. Для этой истории я его и приобрела. То есть сюда можно будет положить полные пакетики, сюда уже использованные, а сюда какие-нибудь ножнички или что-нибудь, чтобы их открывать. Вот такой вот классный инструмент. Так, ну и последняя моя покупочка в фикс-прайсе. Взяла я вот такие все-таки ушки за 199 рублей. Дочке подарю на день рождения, как дополнительный презент. Это все 100% полиэстер. Возможно, стирка при 30 градусах, но только ручная. Были разных цветов. Я все показывала в обзоре полочек. Тоже ссылочку оставлю в описании. Я выбрала вот такие вот серенькие. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех люблю и всем пока-пока!